С подарком супруга Ольга Ивановна не расставалась. Носила золотую цепочку с кулоном в форме сердца более 20 лет. Дорогая сердцу вещь привлекла внимание грабителя рано утром на остановке общественного транспорта. В этот момент обычно ездит много машин. В то время их не было ни одной вообще. Вот. Ну и он когда ко мне подошел вторично, опять спросил по поводу автобуса, и резкое движение он меня взял за горло. И этой же рукой, двумя пальцами, он ее просто накрутил на палец, дернул, все. Она у него осталась вся в руках. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и оперативно-сыскного отдела городского управления по подозрению в совершении данных преступлений был задержан ранее неоднократно судимый 28-летний житель Заводского района. Доставлен в отделение полиции за грабеж. Оторвал цепочку у женщины на проспекте энтузиастов, сдал ломбард и деньги пропил. В это же утро жертвой грабителя стала и 53-летняя женщина. На улице Пензенская неизвестный сорвал с нее цепочку стоимостью 15 тысяч рублей. Через несколько дней с аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна жертва уличного грабителя. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 28-летнего саратовца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города Саратова. Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий данного гражданина, сообщите об этом по телефонам, указанным на экране. Илада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.